Идея установить мемориал в память о погибшем пожарном возникла давно, еще в начале 2000-х. Ее инициаторами стали коллеги Дмитрия. Данный мемориал говорит о том, что мы помним, мы знаем, мы всегда помним о своих коллегах. Дмитрий Уймин погиб 21 июня 1999 года при ликвидации сложного пожара в спортивно-оздоровительном комплексе «Покачей». Ему было всего 27 лет. На церемонии была супруга Ирина Уймина. Она поблагодарила коллектив пожарной части за память о муже и за то, что не оставили ее один на один со своей бедой. Помогали растить детей. Хороший был, веселый, очень остроумный, живой. Только появлялся Дима. Все в компании, наступило веселье. Все оживились и обрадовались. Очень семейный, помогал мне во всем. Сына любил, очень любил. Неравнодушный к чужой боли, искренний и открытый человек. Об этом вспоминали коллеги, с которыми Дмитрий выезжал на пожары. Открывали мемориал глава города Владимир Степура и заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов. Для того, чтобы мемориалы такие, скажем так, не создавались завтра, мы должны их обозначать сегодня. То, что это не для какого-то там пафоса, не для того, чтобы там превознести профессию пожарного, а это именно как раз для того, чтобы семья, чтобы дети знали и гордились. После возложения цветов участники мероприятия почтили минутой молчания память всех пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Андрей Родионов, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.